Глава региона Вячеслав Федорищев поручил расширить программу благоустройства дворов и общественных территорий. В этом году планируется преобразить 123 общественные территории, 234 двора и 3 пространства в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы должны завершить к 1 сентября. Что об этом думают жители Самары, узнали наши корреспонденты. От этого город будет только более красивый, более интересный и привлечет много новых туристов. Зоны отдыха увеличиваются, особенно в жару. В жару это просто замечательно сидеть в парке, в сквере небольшом, вот так вот под тенью деревьев. Считаю, что это поддерживать надо обеими руками. В нашем городе не только есть местные, есть еще приезжие, которые восхищаются даже есть нашим городом, которые хотели бы увидеть красивые места отдохнуть, поэтому я тоже живу в большом доме. У нас получается вот 4 дома буквы П, да, и там большая детская площадка, но она очень старая и требует ремонта. И я даже знаю, что на этот год планируют нам ее реконструировать. Когда все красиво, как-то настроение хорошее, и детям надо, так сказать, с раннего возраста прививать любовь, и где им можно играть, где им можно время вместе проводить. Я считаю, это очень хорошо. Чем больше заботы о наших людях, о младшем поколении, тем лучше всем. Мы квартиры свои ремонтируем, уют наводим. Так и в городе должно быть красиво, уютно. Конечно, это нужно. Вы что, мы все двумя руками за то, чтобы благоустроить и сделать красивее наш дом.